Всемирному дню удобрений посвящается. Кругосветка со вкусом. Намасте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы не будем разговаривать на хинди, официальном языке Индии, а расскажем несколько интересных фактов об этой замечательной стране. Кстати, самой населенной в мире. Здесь проживает почти 1,5 миллиарда человек. Индия – это колорит и разнообразие, место зарождения индуизма и буддизма. Интересно, что до 40% населения – вегетарианцы, поэтому местная кухня изобилует растительной пищей. Для многих Индия ассоциируется с чаем, но не все знают, что эта страна является второй в мире по объему производства арахиса. А вот интересный и оригинальный рецепт – арахис со специями и чесноком. Если обычный арахис для нас привычное явление, то вот такой вариант навряд ли. Порадуйте своих друзей и близких необычным перекусом. Для приготовления потребуется оливковое масло, сырой арахис, соль, сахар, перец красный острый, перец кайенский, карри, кумин, чеснок сушеный. Пару минут обжарьте арахис со специями и маслом на сковороде, а потом отправьте на 15 минут в духовку при 150 градусах. Готово! Все спорят, арахис это орех, боб или корнеплод. Называют его земляной орех. Еще идут корешки, но с точки зрения ботаники это все-таки растение из семейства бобовых. В промышленных масштабах выращивание арахиса невозможно без азота и калия. Эта культура способна при помощи клубеньковых бактерий сама обеспечивать себя азотом, а вот внесение калийных удобрений становится очень актуальным на фоне небольшого внесения фосфора. Потому что еда нужна каждому. Кругосветка со вкусом.